Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». У микрофона Ольга Болезина. Здравствуйте. В Кировской области продлят налоговые каникулы. ОЗС на этой неделе рассмотрит вопрос о продлении действия закона о нулевых ставках для впервые зарегистрированных ИП на ОСН или патенте. 2020 год должен был стать последним, когда начинающие предприниматели могли рассчитывать на льготы. Однако на федеральном уровне было предложено срок налоговых каникул продлить, поэтому в Кировской области вносятся поправки в законодательство. Теперь закон будет действовать до конца 2023 года. Он применяется к предпринимателям, работающим в производственной, научной, социальной сфере, сфере бытовых услуг, с рядом ограничений по числу работников и доходам. Программа «Экономика». 15 организаций накажут за отсутствие масок и антисептиков. Это результат недели проверок в Первомайском районе. Представители теруправления посетили магазины, парикмахерские, салоны связи и другие организации. Они смотрели, есть ли санитайзеры, соблюдается ли масочный режим. За месяц проверено 400 организаций. На 53 были нарушения в ходе повторных рейдов лишь в 15. Поскольку там нарушения зафиксированы повторно, материалы проверок направили в Роспотребнадзор. Тем временем в России вводят повсеместный масочный режим. С 28 октября по постановлению Роспотребнадзора носить маску нужно в местах массового пребывания людей, в общественном транспорте, в такси, на парковках и в лифтах. Экономика на 101 FM. Кировчане заплатили более полумиллиарда рублей имущественных налогов. К концу прошлой недели плательщики исполнили 30% своих обязательств. Жителям региона рекомендуют делать это онлайн. Воспользоваться можно сервисами на сайте ФНС, личный кабинет налогоплательщика для физических лиц и уплата налогов и пошлин, мобильным приложением, порталом госуслуг или банковскими сервисами. Успеть нужно до 1 декабря, потом суммы перейдут в статус долга. Каждый день будет начисляться пени. Экономика. В завершение о валютах. Доллар сегодня 76,46, евро 90 рублей 36 копеек. Ольга Болезина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.